Телефончик! Телефончик. Не включай его. Как его включать? Андрей, включайте! Алло, гараж! Это что за моя игрушка? Это песня неинтересная. Я песни не люблю. О, Господи, боже мой. Вообще, боже мой. Боже мой. Вообще, что ли? Боже мой. Бог мой любимый. Дядюшки, матюшки. Бог мой любимый. Вообще, что ли? Эти пингвинчики. Ну, вообще, надоели эти пингвинчики такие игры. Так, короче. Я сегодня вам буду показывать вот такой мультфильм. Тут еще и Google есть. Понятное дело. Все. Нажимай на Google. Алло, гараж. Что-то не включается. Можешь сказать, окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. Я выкарюрю. Окей, Google. Пожалуйста, нажать на кнопку. Мультфильмы Ам-ням. Сам себе подумаешь. О, так это все про меня. Ну ладно, посмотрим мультфильмы. Крутя, какой у тебя телефончик? Забыли, а теперь стал мой. Хотите? Так. Про меня все. Так это же моя коробка любимая была. Это я испугался, ему не ела. Это я убегала, с кем не ела. Сдать. Короче, выключаю. Короче. А по-катетически я его вообще. Люблю эти задачки. Можно скачать его какой-нибудь. Короче. Игра Ам-ням. Скачать. Вообще, чепуха. А ты можешь качать мой. Ага. Недоступный ассистент. Как это недоступный ассистент? О, боже мой, сколько мне дела хватило, чтобы он был недоступен. Все пропало. Телефончик. Момент же. О, как ты появился мне? Так, короче, выключаю. Кто мог нажать? А, это же мой Ам-нямчик. Вот вообще. Ладно, отнесу маме. Мама! На телефончик. Короче, это моя мамочка. Это ее телефон. Ну ладно.